Познавательно и интересно прошла лекция историка, филолога, литератора, общественного и политического деятеля Станислава Лакоба. В начале выступления он отметил, что в этом году исполняется 130 лет со дня рождения видных государственных деятелей Абхазии Нестора Лакоба и Ефрема Эшба. Ученый представил аспирантам небольшое издание «Нестор. Альманах историка Мемориального музея Нестора Лакоба», в котором публикуются историко-публицистические материалы по абхазской тематике, в основном 20-30-х годов прошлого века. Он подчеркнул, что много фактов того периода находятся в противоречии с тем, что происходило на самом деле. И в этой книге есть сведения, ранее не освещенные. Вот Берия был непричастен к репрессиям, что наоборот сократилось число осужденных, проводил либеральную политику. Но есть какие-то вещи неопровержимые, потому что будущее первым секретарем ЦК, именно под его началом проводились репрессии именно здесь. Я имею в виду в Грузии, в Закавказье, в Абхазии. Но достаточно вспомнить, например, такой момент, что вот еще до гибели Нестора Лакоба лидер Армении Агаси Ханджан, он был у него на приеме, и во время разговора они зацепились по факту того, что Агаси Ханджан так, естественно, сказал, ну, Тифлис же, это армянский город. В основном армянское население было очень долго. Вот. И произошел между ними скандал, стычка прямо там в кабинете. И то ли Берия, то ли люди Берии его застрелили прямо в кабинете у Берии. Потом его завернули в ковер, то есть это есть свидетельство об этом. Увезли в гостиницу, где он находился, и объявили, что он покончил жизнь самоубийством. Вот почему я говорю об этом, потому что вот в декабре 1936 года, когда с Нестором это все произошло, произошло примерно то же самое. Вот. Почему? Потому что Берия показал ему планы абхазского переселенстроя, переселения из районов Западной Грузии в Абхазии, и Нестор сказал, что это не будет только через мой труп, и между ними произошел скандал очень сильный, говорят даже до... В общем, что Нестор ему нанес оскорбление физическое. Даже так. Станислав Лакоба рассказал аспирантам и о сведениях по задержанию Сарии Лакоба. В 1989 году, будучи депутатом Верховного Совета СССР, Владислав Арзенба получил доступ к архивным материалам в Москве по делу Сарии. Эти данные нашли подтверждение в Тбилисском архиве. На основе выписок и некоторых копий документов складывается четкая картина нечеловеческих пыток и истязаний, которые стойко с достоинством переносила жена Нестора Лакоба. Из этих дел становятся известными многие подробности. Так, постановление об избрании меры пресечения Сарии Лакоба было объявлено лишь 29 августа 1937 года, а первый допрос произведен только спустя 3 месяца после ареста. А в 1937 году вот эти жесточайшие допросы, они производились 14 раз. Но представьте себе, если через 3 месяца, то есть в августе 1937 года она была арестована, и только через 3 месяца, это где-то в октябре, да, значит, в течение нескольких месяцев 14 раз, причем допросы по несколько суток. Допросы такие, с пристрастием, с применением различных мер воздействия физического, морального характера. Установлено, что Сария Лакоба умерла 16 мая 1939 года не от туберкулеза легких, как указано в справке, приобщенной к личному делу, а от телесных повреждений, полученных во время пыток. На последнем допросе от 2 февраля 1939 года отказалась от всех обвинений и не подтвердила их. Вот один из ее ответов в пыточной. Это 1939 год. Это документ. Не когда-то был создан, а именно того времени. Нет, не подтверждаю, указанных лиц я называла не как участников контрреволюционной организации, а просто как лиц, которые были мне известны, что они приходили домой к моему мужу, были ли они члены контрреволюционной организации или нет, мне неизвестно. В конце протокола от 2 февраля 1939 года есть запись. Следствие дополнить ничем не желаю и прошу ускорить разбор моего дела и снять обвинение по статье 58/8, иначе я объявлю смертельную голодовку.
Ну, это фактически спустя несколько месяцев, 16 мая 1939 года, она скончалась в Артачальской тюремной больнице в Тбилиси. Аспирант Эсма Пачули отметила, что лекция была информативной и что многие факты стали известны ей впервые. Думаю, что на сегодняшний день нету такого человека, который бы не знал ничего про Сарию и Нестора Лакоба. Тот же самый опрос, то есть по некоторым документам, как он говорил, мы знали, что Сария Лакоба умерла в 1938 году, да? То есть очень много людей, которые говорят об этом, но, как мы видим, оказывается, это было не так. Такого рода лекции имеют очень большое значение, потому что, как мы знаем, аспирант работает только по своей специальности, а лекции проходят на разных уровнях, то есть они приглашают разных преподавателей, научных деятелей, это очень интересно. Лекции видных научных деятелей для аспирантов проходят в Академии наук раз в неделю. В планах проведения лекции с привлечением ученых из-за пределов Абхазии. Шазина Ханагуа, Валера Кокускир, Абхазское телевидение.